Школы Курской области продолжают борьбу за звание лучших в стране. Первый этап уже пройден. Определили 8 образовательных учреждений, которые постараются доказать, что они достойны представлять регион на всероссийском уровне. В Курске они презентовали свои достижения. На столе перед жюри гора папок. Инновационные, воспитательные, спортивные проекты. Ноу-хау в образовательной деятельности. Курчатовская гимназия номер 1 презентовала несколько программ. В их числе технопарк юных, укомплектованный по последнему слову школьной науки. Здесь есть даже собственная метеостанция. Эта авторская программа была написана для дополнительного образования детей. Понимаете, дети летом, им... хочется и развлечься, но с другой стороны, хотелось бы, чтобы это было познавательно. Поэтому мы решили совместить приятное, так сказать, с полезным летний отдых и обучающее мероприятие. В финал регионального этапа вышло 8 школ, большинство из которых представляют районы. Специалисты отметили, в этом году на суд жюри были представлены самые разнообразные практики. Это проекты по сбережению здоровья, современным управленческим решениям, воспитанию гражданина. Эта площадка нацелена на выявление лучших практик, инновационных моделей и всего того позитивного опыта, который накопили общеобразовательные организации в течение учебного года. Важно для педагогического сообщества делиться опытом и постоянно профессионально расти. Тройка лучших школ получит ценные подарки, а чемпион областного конкурса будет представлять регион на национальном этапе.